В Тверскую область нагрянула зима. Столбики термометров опустились ниже отметки в 0 градусов. Среднесуточная температура на сегодняшний день оказывается ниже нормы. Кроме того, 19 ноября в области выпал снег. Что ждет Верхневолжье на наступившей неделе, выясняла Валерия Фомина. Ноябрь продолжает удивлять жителей Тверской области. Еще пару недель назад среднесуточные температуры стремились вверх и били многолетние рекорды. Затем резко ушли в минус. В конце прошлой недели на территории Тверской области установился уверенный минус, причем не только в ночные часы, но еще и днем. А в минувшее воскресенье и вовсе Верхневолжье присыпало снегом. Снег не ожидал никто. Даже синоптики сомневались в том, что осадки все же будут. Но тем не менее, в воскресенье утром улицы многих городов Верхневолжья прикрыл пушистый снег. Это при том, что температуры остаются отрицательными в течение суток. Пока у нас холоднее норма примерно на 3 градуса. Сейчас находимся в поле повышенного давления. Это антициклон. Это значит, должно быть ясно и прекрасно. А мы сомневались, что возьмет власть над природой антициклон чисто, или еще такое явление, как перемычка высокого и низкого давления, где облака образуются, такие вот тонкие слоистые облака, из которых идет снег, и который, в общем-то, нам в результате практически везде организовал снежный покров. Высота снежного покрова в регионе от 2 до 12 сантиметров. Самая большая порция досталась городу Бологое. Твери – около 4 сантиметров. Вообще, по словам синоптиков, наличие снежного покрова с 20 ноября – норма для наших широт. Растает ли выпавший снег или останется до весны, пока непонятно. Предстоящая неделя, в общем-то, останется в зимнем характере погоды. Мы по-прежнему оставляем без существенных осадков еще на трое суток. В четверг, пятницу и на выходные дни к нам придет южный циклон, который принесет нам больше снега значительно, чем это было сейчас. И небольшое повышение температуры, но мы все равно останемся в пределах отрицательных температур. Но опять же, неизвестно, растает ли этот снег или уже нет. А каким будет декабрь и начало зимы, синоптики пока прогнозировать не берутся. Так как долгосрочные прогнозы не всегда оправдываются, ведь ситуация в атмосфере постоянно меняется.